Так, 27 января 22 год. Соседи, всем привет. Вот 80-82 год. Дом, точнее, стало все здесь почище, как прибрались. Здесь тоже больше, смотрите, не кидают никто. Кто маленько хулиганил, ну ничего. Наберемся культуры вместе, я и вы, все остальные. Здесь тоже, смотрите, чистенько. Здесь тоже. Помните, сколько показывал здесь видео? Здесь было грязище ужасное. Вот. Вон там еще надо убираться. Это уже там территория пятиэтажек. Вон там. Видите, какая свалка несанкционирована. Здесь все чистенько почти. Эти люки надо переделать. Тут все. Вот тут тоже более-менее чисто. Здесь все вот мы прибрали. Наши ребята, Лена Новичкова их, Алексеевна, нанимала. Прибрали. Вот здесь уже накидали свежачок, видать. Тут все чистенько. Здесь тоже более-менее порядочек. Тут тоже более-менее порядок. Но это, конечно, здесь надо убирать все завалы. Не поймешь чего. Так, ну это у нас свежачок. Тут чисто более-менее. Тут чисто. Чисто. Ну там, конечно, заграждения какие-то непонятные. Баррикады какие-то это землянки. Так что, Лен, продолжай, мы тебе, Олег, дадим в любой день. Лучше выходные, суббота или воскресенье. Вот надо щебенку эту убрать. Ливневка у нас все чистенько. Вот. Тут подсыхать стала дорога, тут тоже все чистенько. Тут все чистенько. В лесхозе вообще тут все идеальный порядок, конечно. Тут ливневочка тоже чистенькая. Ну, тоже приятно по улице ходить. Здесь вот посмывали мы все бронзбойтом. Тут тоже у нас все чисто. Вот все подскошено. Вот. Тут ливневочка нормальненькая. Ну, как у нормальных людей, по-хозяйски все. Завтра я уезжаю. Тут тоже маленько порядок навели. Так что теперь занимайтесь без меня. Но я буду помогать онлайн все равно. Контролировать всех. И подсказывать, и помогать. Потому что у меня все-таки опыт огромный в хозяйственной деятельности. 15 лет своей деятельности хозяйственной. Тут тоже, видите, стало получше. Не идеально. Но вот уже кто-то 2 бычка киданул свежих сегодня. Тут более-менее. Тут более-менее. Вот уже свежие кинули. Это старое. Не убрали просто. Машина, видать, стояла. Тут все больше теперь не кидает. Видите, теперь свежих пакетов нету. Все можно отучить людей. Когда будет чисто, людям будет стыдно. А если когда десятилетиями это все не вывозилось, конечно, оно будет помойка, свалка. И хочется туда кидать дальше. Поэтому нужен нам дворник. Все чистенько, смотрите. Никаких больше бутылок на теплотрассах нету. Одни следы котов. Так что всем добра. Президент объявил нам, Путин Владимир Владимирович, уважаемый, год экологии в Сочи, 2022 год. Так что давайте все вместе. Тут и выходите своими семьями, берите пакеты парочку. Хотя бы раз в неделю соберите. От Алексея Замоскованного вам будет спасибо. И от всех жильцов. Наша прекрасная улица.